Доброе утро. А я пришла на море. Хотела прямую трансляцию сделать, но, наверное, не буду делать. Потому что людей много. Ну, ладно, с вами чуть-чуть подышу, да домой пойду. Сегодня такое, что послушаем, видите, какой что, а там людей много, не посидишь. Надо туда поближе сесть. Все, мои хорошие, наверное, мне сейчас большое делать не буду. Коротенькое видео сделаю. Коротенькое сделаю видео, да и все. Большое нам не надо. Здесь красиво сделали, смотрите, как красиво сделали, нарисовали, красота. Такую красоту на стенке у нас нарисовали. Красота. Партени, да? Партени, что ли, нарисовали? Партени нарисовали, точно. Посмотрите, как красиво. Или не, нет, это не нарисовали, девочки. Это все постелили. А я думала, на стенке нарисовали. Так обрадовалась, ну так красиво. Но это все как бы портените такой. Точно так же. Это стиль такая сделана домами. По-моему. А нет, вроде нет. Где-то в другом месте, значит, сделано. Ну, красиво. Постелили вот эту красоту такую. Сделали. Красота. Мужчина туда пошел купаться. Чтобы никто не мешал. Зашел туда. За эти...
устал. И пошел купаться. Молодцы. Ну вот мы с вами сейчас послушаем чай, минутку в море. И все, до свидания. С вами попрощаюсь. До следующего раза. Видите, хорошо придумали, да? Спускаться. И здесь лесенку сделали, чтобы спуститься. И подниматься. Всем пока-пока.